Сегодня после продолжительной болезни скончался известный дагестанский тренер Абдулманап Нурмагомедов. Отцу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова было всего 57 лет. Напомним, что он попал в больницу еще 25 апреля. Тогда у наставника чемпионов диагностировали пневмонию. Позже заслуженный тренер России перенес инсульт, операцию на сердце и впал в кому. Абдулманап Нурмагомедов за свою карьеру воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. За этот рекордный показатель он даже был включен в Книгу рекордов России. Также он тренировал своего сына Хабиба, который является первым обладателем пояса UFC в России и многих других титулованных бойцов.